Антакья в самой южной части турецкого побережья Средиземного моря была известна как один из самых красивых городов страны. Но в феврале этого года она больше всего пострадала от разрушительного землетрясения. Те, кто остался здесь, пытаются вновь встать на ноги. Эмина управляет кафе. Ей повезло. Ее дом в старой части города пострадал меньше. Она говорит, что жизнь постепенно возвращается в нормальное русло. Выборы для нее не представляют дилеммы. Devletimin başındaki insan, milletine yararı varsa kibar, en güzel şekilde onu seçeceğim. Çünkü Erdoğan ben, Tayyip Erdoğan yani bu. Многие живут в палаточных городках или контейнерах, предоставленных государством. Некоторые сами купили палатки и живут за пределами государственных лагерей. Садет Гювен вернулась из другого города только для того, чтобы проголосовать. Başımıza neler geldi? Herkesin evi yıkıldı. Ne yardım var, ne bir şey var. Yani kimse gelip sormadı bize. Kılıçdaroğlu'na vereceğim yani. Те, кто целыми днями помогает людям, живущим в палатках или контейнерах, говорят, что неравенство и раскол в стране растут. Tüm Türkiye'de 21 yıllık iktidarlarında toplumda büyük bir kutuplaşma var. Bu kutuplaşma ne yazık ki hala aşılmadı ve zor bir seçim sürecinden geçiyoruz. Правящая партия обещает через год построить новые дома и ввести длительный срок погашения кредита за приобретаемое жилье. Оппозиция предлагает предоставлять его людям бесплатно. Насколько избиратели поверили этим обещаниям, станет известно после воскресных выборов.